Всем здравствуйте. Получил очередную посылку с очередным ножом Super Knife. Ножик маленький. Сейчас достану и покажу. Чем он привлек меня, этот нож? Тем, что очень необычный нож, скажем так, клинок танта, стамесочная заточка, рукоятка выполнена из G10. Вот так вот нож выглядит. Необычность этого ножа в том, что вот в этом отверстии. Это нож не простая гильотина, а именно нож для обрезания сигар. То есть сюда мы вставляем кончик сигары, да, и закрывая нож, отсекаем кончик. Не знаю, насколько это удобно и применимо в практике, но он мне понравился, и я его купил. Мне очень приятный нож. Единственное, что, как всегда, то есть наши братья китайцы, то есть они без косяков не смогли обойтись, тут даже гадалки не ходи. Какие косяки я заметил, так это не знаю, если будет заметно. Вот здесь вот на металле очень так грубоватая обработка, да. И кое-где вот неровная обработка по краям G10. Но при этом, несмотря на то, что, соответственно, размером своим нож не будет нести никакой особой нагрузки, да, довольно-таки толстый лайнер для этого ножа. На некоторых китайских ножах лайнеры есть еще тоньше. При этом лайнер заходит на самое начало пяты клинка. Шайбы второпластовые. Еще косяк. Заточка поганая на нем. То есть, если нужно, чтобы он хорошо резал, то его надо перетачивать. И если вы присмотритесь вот сюда, да, то вот видите, обработка самого клинка, да, и вот этот вот уголочек, они не совпадают. Вот эта вот линия. Вот эта линия, она не совпадает с линией, с уголком вот этим вот. Но в принципе для меня это тоже особой роли как бы не играет. Сталь пластилин, если не ошибаюсь, там 3 хром 13 молибден ванадий. Ну если опять же отталкиваться от того, что нож должен типа резать только сигары, то почему бы и нет. Клипсы. С клипсой ребята прям очень сильно погорячились. Она настолько тугая, что вы себе даже не представляете. Но с другой стороны, на кармане этот нож как-то носить. Не знаю. Будет не очень. Честно говоря, как называется нож, я так и не понял. По-моему, All Mayer или Super Knife. Не суть важно. В принципе, довольно-таки оригинальная идея. Еще небольшой косячок. Это то, что в закрытом состоянии, да, лайнер трется об клинок. Но это и исправить недолго. Вот, в принципе, и все, что хотел сказать по этому ножу. Забавный оригинальный экземпляр. Всем спасибо. До свидания.